Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вступил в конфликт с представителем украинских СМИ на Олимпийских играх в Пекине. Об этом Губерниев написал в своем телеграм-канале. Комментатор обвинил украинского журналиста в разжигании конфликта. По словам Губерниева, он случайно задел перегородку, рядом с которой находился представитель украинских СМИ и извинился за это. Однако его оппонента это не устроило. Впоследствии участники инцидента начали друг друга оскорблять. Губерниев рассказал Спорт-экспрессу, что его собеседник первым позволил себе нецензурное выражение. По словам россиянина, украинский журналист пытался его спровоцировать и рассчитывал на продолжение конфликта. Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю. Он все для этого делал, сказал комментатор.